Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах. Жанна решилась на несколько косметических процедур по улучшению внешности. Так, она рассказала, что ей удалили капиллярную сетку на лице при помощи лазера. Сходить в эту клинику для местных жителей все равно, что сделать маникюр. Это норма их жизни. Специалисты принимают в день до 50-60 человек. Поэтому рука у них набита, заметила Жанна. Бадоева также приобрела множество корейских косметических средств, которые славятся своими чудодейственными свойствами. Но из-за этого у Жанны возникли проблемы в аэропорту. «У меня был страшный перевес именно из-за косметических масок, для глаз, лба, щек, подбородка, коленей, живота, груди, локтей я скупила маски для всего. Пришлось заплатить за тяжесть. Но самое интересное началось, когда я прилетела домой, в Италию. Мой драгоценный чемодан, набитый патчами, потерялся. Несмотря на то, что я уже много лет летаю практически каждую неделю, мой багаж до этого случая терялся только один раз, в Индии. И вот я двое суток нервно размышляла, куда же улетела моя косметика. Дома пришлось ходить в дочкиных вещах. Но потом чемодан нашелся, и все маски ко мне вернулись, отметила Бадоева. Бадоева не боится экспериментировать. Так в Китае она решилась на процедуру, во время которой одеяло на ее спине полыхало огнем. Когда у ведущей нет съемок, она спешит в Италию, где живет ее семья. Жанна уехала вместе с детьми к мужу Василию Мельничину, у которого бизнес в этой стране. «Я со своей работой полетала-полетала, побыла дома немного и снова уехала. А у него бизнес, фабрика», — говорила Бадоева. «Поэтому сказала детям, уезжаем в Италию». Все обрадовались, собрали чемоданы и вперед, в город рядом с Венецией. Шоу «Бадоевой жизнь других» на Первом канале пользуется популярностью. Поклонникам нравится, как она ведет себя в кадре. «Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду, как живется пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы – найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам», — делилась впечатлениями от работы Бадоева.